Молодые дерзкие игроки сражаются на поле универсального спорткомплекса Подмосковья. Сегодня ответственный матч. Вопрос, кто же поедет на всероссийский турнир по мини-футболу, по традиции решается в финале. Соперники динамовцев – команда из Солнечногорска. Все ребята 2002 года рождения, но, несмотря на юный возраст, эти игроки проявляют недюжий профессионализм. Первенство Московской области по мини-футболу проводилось по нескольким возрастам. И наши команды 1998, 99 и 2002 годов рождения одержали победы на области и теперь едут представлять регион на всероссийском уровне. Этот финальный матч должен был определить сильнейшего среди команд, состоящих из юношей 12-13 лет. Матч обещал быть жарким. Активные атаки соперников и два забитых гола в наши ворота. Один гол динамовцам все же забить удалось. Надо отметить, что в предыдущей игре наши разгромили команду из Солнечногорска со счетом 4-1. Скорее всего, детская психология, потому что выиграли 4-1 позавчера буквально. Выиграли 4-1. Думали, что сегодня легко будет, и, естественно, проиграли. Буквально там через 2-3 недели начнется первенство России всероссийских соревнований по 2-му году, по 2002 году. В Саратове. Ну вот поедем туда, будем там доказывать свою состоятельность. Сегодня состоялся финал. Финал проходил по двум матчам. Вот. Первую игру в Солнечногорске наши ребята выиграли 4-1. Вот. И сегодня второй матч был у нас дома. Вот. Мы проиграли, к сожалению, 2-1. Но за счет забитых мячей на выезде мы стали чемпионами Московской области. Юные динамовцы, по собственному признанию, недооценили соперников и явно не были готовы к подобному повороту событий. Мы, честно, не ожидали такого. В Солнечногорске мы с ними сыграли практически на ноль. В конце только пропустили, и все. А сегодня как-то расслабились. Темп был рваный, все уставшие были. Ну, сложно было играть сегодня. Несмотря на досадный проигрыш в этом матче, юные динамовцы отчаиваться не должны, ведь впереди сложные ответственные игры уже на всероссийском уровне. Для нас это достижение. Второй год мы показываем результат, что наша команда выходит в финал первенства России. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».